блядь! Ты че? Ну ты че, ёб... блядь, ну... Активисты в Донецке ввели пропускную систему. Есть сообщение, что городу стянут украинские войска. Интернет пестрит фотографиями мужчин. Вокзал памятник монумента ополченцам Ленинского района 1941-45 годов. Трудовой ремонт ждет установленный в 2010 году. Опа-на! Все, вот так вот. Опа! Они хотели задать мне личные вопросы, но запомните, что можно было сделать все это нелегально, поскольку здесь обходил стол, на котором присутствовали представители СМИ. И я думаю, если бы представители Евромайдана присутствовали на этом мероприятии, то поставили бы уже... Тихо, все спокойно, все живы. Как так-то?